сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Республики Абхазия и участковыми уполномоченными милиции, милиции общественной безопасности, Управления внутренних дел по Гагрскому району совместно со специалистами санитарно-эпидемиологической службы и представителями администрации Гагрского района проведена проверка деятельности предприятий общественного питания в городе Гагра и Гагрском районе. По результатам проведенной проверки составлены акты обследования и вынесены постановления о прекращении функционирования 6 объектов. Это 2 кафе, расположенные по проспекту Ардзенба в городе Гагра, Ролл энд Бургс и Русалочка, столовая номер 1 по улице Демерджипа, кафе «Жемчужина» по улице Базга, а также кафе «Апацха» в поселке Бзыбь. В ходе проверки установлено, что большинство общественных заведений посетителей не принимают, работают только на вынос, а многие вовсе закрылись. Предупредительно-профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции в стране сотрудниками Министерства внутренних дел Абхазии проводятся системно. Эта работа направлена на выявление нарушений ограничительных мер, введенных на территории республики.